Всем привет! Вы на канале Гаджетмания. Продолжаем серию видео, где я рассказываю вам про скидки. Итак, сегодня я побывал в компании «Связной», конкретно в магазине у себя в центре города. Это «Макси», большой торговый центр у меня в Петрозаводске. Ну что ж, ситуация такая. Побеседовал с продавцом. Наверное, сейчас ставлю, что она там рассказала, но если быть вкратце, то очень хорошая акция на iPhone XS. А цена и так снижена, 65 тысяч стоит. Плюс можно сдать в трейд-ин от 5S-ки, там целый список устройств, в принципе, как у всех сейчас. Плюс можно дополнительно сэкономить на рассрочке. То есть рассрочку оформляете, гасите ее на следующий день, и вуаля, вам еще от 10 до 20% скидка. Ну и маленькая ремарочка, обязательно надо оформлять онлайн-заказ для того, чтобы у вас был заказ именно подтверждение того, что если вы придете так, то, соответственно, может быть, устройства вам не хватит или будет пересортиться в магазине, а при оформлении онлайн-заказа у вас будет подтверждающий смс, что, скорее всего, я уверен на 99% из 100, что каждое устройство по e-mail бронируется именно на период действия заказа конкретно под вас, под ваш выкуп. Поэтому бегом еще раз по ссылкам в описании, делаем заказы и оформляем себе выгодные приобретения в виде айфонов, самсунгов и ништяков перед самым Новым годом. Итоговая сумма получится там порядка от 45 до 50 тысяч рублей. Вы заплатите за, в принципе, неплохой телефон, который еще ого-го и прослужит вам верой и правдой несколько лет. Поэтому давайте послушаем, что нам сказал продавец, потому что там несколько акций на Samsung, на iPhone и на другие бренды. И все это комбинируется вместе с трейд-ином и дополнительными какими-то плюшками, дотациями. Там Samsung, вы знаете, то есть просто приносите старую балалайку и получаете 11 тысяч, от 11 тысяч скидка. Как-то так. Давайте послушаем. Ну, а после этого, в принципе, наверное, буду закругляться, прощаться и так далее. XS 64 990, который у вас на сайте по акции? Там как минимум от 5000. Потому что будет ваше устройство приниматься на какую-то сумму, плюс какие-то магазины 5000. Дополнительно к этому будет. То есть это, допустим, к примеру, у меня телефон оценят в 1000? Даже 5S, если вы принесете, телефон 5S по максимуму, по-моему, 800 рублей оценивается, то есть плюс 5000. То есть 5800? Да. От 65 тысяч. Минус 5800 будет, да? Еще дополнительно. И рассрочку можно бахнуть на месте. Да, то есть вы сдали, получили скидку, и остаточную сумму можно раскидать в рассрочку, да. Угу. Рассрочка принимается какими банками? Там около 10 банков у нас. Ну, они типа кто-то да, кто-то нет, кто-то да, кто-то нет, кто-то да. Сразу все заявка будет отправляться, и там уже кто одобрит, кто нет. Угу, ясно. А вообще по трейдину и по рассрочке сколько надо времени примерно, ну, чтобы планировать поход к вам? Чтобы именно сдать устройство по механике первой, то есть чтобы оценили его, да? Да, вот я приношу 5S-ку, хочу купить 6S на 64, пофиг цвет, и в рассрочку. Да. Сколько у меня времени в районе, потратить? Я не знаю, минут 40. Минут 40, да, да. Потому что оценивание происходит не быстро, то есть в районе 20 минут будет оценивание и 20 минут на рассрочку. Ясно, понял. Хорошо, спасибо. А вот эта цена 16 990 это при соблюдении условий? Нет, 16 990 сейчас у нас акция, и произошло прямое снижение цены. То есть это будет длиться до 4 ноября. Угу. Все, они просто снизили цену. Угу. А еще зачеркните цены, скидки до 30. Так это вот и есть, да? Это оно есть, да. А так он сколько стоит? 18 990, да. Понял, все. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Если вы думали над приобретением нового айфона, именно сейчас самое время, потому что перед новогодними праздниками все будет, как всегда, сметаться с полок, в том числе в кредиты, рассрочки и так далее, телефонов не будет. Поэтому сейчас, наверное, в сезон распродаж самый выгодный момент взять, даже, может быть, положить, как говорится, в шкафчик, если вы кому-то хотите подарить, либо начать пользоваться, если хотите купить себе, и самое время приобрести. Поэтому бегом по ссылкам в описании, проходим, делаем онлайн-заказ, а там уже, как говорится, я вам уже все рассказал. Давайте, ставьте лайк или дизлайк, если понравилось, не понравится, распространяйте своим друзьям, если это видео помогло вам приобрести телефончик по хорошей скидке. Ну и у меня есть, что вам рассказать еще. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока!